В Краснодаре задержали неудачливого педофила. Им оказался известный фотограф. Школьнице удалось избежать нападения сексуально озабоченного мужчины, который попытался зайти за девочкой в подъезд. Сегодня силовики отрапортовали о том, что им удалось задержать того самого мужчину с видео. Им оказался 43-летний фотограф Сергей Овчаренко. Он проводит семейные и детские фотосессии. Его удалось отследить по уличным камерам видеонаблюдения. Как уточняет издание LifeShot, во время задержания Овчаренко признался полицейским, что хотел заглянуть 10-летней девочке под юбку. На видео с камер видно, что Овчаренко смотрит вверх в сеть за девочкой. Но как только дело дошло до протокола, Овчаренко отказался от сказанного и выдвинул новую версию, что ему просто что-то попало в ботинок, и он зашел в подъезд, чтобы это вытащить. Но при девочке мужчина якобы не хотел разуваться и решил сначала проверить, поднялась ли она в квартиру. Вы верите в его версию?